вас вітає служба інформації телерадо компанії «Гомель» у студії Маргарита Шибукова. Добрий вечір. Гомельська область Білорусі і Нижегородська область Росії шукають шляхи активізації двобокового співпрацівництва у економічній і культурній сферах. Конкретні накірунки обмірковані під час сьогоднішньої зустрічі керівника представництва Нижегородського регіону у нашій країні і керівництва обласного виконавчого комітету. Сёлета товарооборот поміж областями склав каля 30 мільйонів доларів і у порівнанні з відповідним леташнім періодом зменшився амаль на 17%. При гэтым скарачэння беларускага экспорту выклікана ў першую чаргу зніжэннем паставак малочнай прадукцыі, а таксама пластмас і вырабаў з іх. Разам з тым, на думку бакоў, зараз ёсць магчымасці не толькі выправіць сітуацыю, але і павялічыць аб'ёмы ўзаемных паставак. У прыватнасці, на пачатку наступнага года Гомельшчыну наведаюць прадстаўнікі дзелавых колаў Ніжагародскай в області, які розглядять варіанти реалізації білоруських товарів у Росію. А проча того, огучені плани по узаємопоставках сільськогосподарчої техніки і створенні сумісного предприємства по станкобудуванні. У якості одного з варіантів розглядається можливість відкриття СП на базі заводу станка «Гомель» і станочних вузлов. Я ще один накірунок для супрацовництва – будовніча сфера. Капитального строительства как у нас в Нижнем, так и наши фирмы могут участвовать здесь. Министр строительства Беларуси Черный выезжал к нам. Такая задача поставлена. Вчера мы обсуждали с директором холдинга станкостроительного Збудко Виктором Федоровичем о увеличении поставки станков, в том числе и в нашу Нижегородскую область. Как известно, Гомельский станкостроительный завод работает, надо увеличивать. Размова не обмежовывалась только экономичными пытаниями. Гомельский и Нижегородский регионы объединяя и военное минулое. Сергей Петров под час встречи рассказал о праце по захованию памяти об героях Великой Отечественной, якая проводится по всей территории России. После чего старшиня облвыконкама Владимир Дворник пропоновал наведать Лоев. У центра городского поселка находится аллея со стелами, на яких размещены имены 365 героев Советского Союза, людей, которые змагалися на Лоевском плацдарме. Сярод іх ёсць і былыя жыхары Ніжняга Новгарада. Кіраўнік прадстаўніцтва расійскага рэгіёна змог больш даведацца аб знакамітай бітві за Днепр на Лоеўскім участку, пасля чаго ўсклаў кветкі да братэрскага пахавання. У ходзе сустрэчы нават прагучала ідэя аб правядзенні сумесных пошукавых мерапрыемстваў на Гомельшчыне, галоўная мэта якіх – выхаванне моладзі ў духу патриотызма і захаванне ваеннай памяці на доўгія гады. То воспитание, которое мы дадим нашему подрастающему поколению, то мы, собственно, и получим у себя на старости. И Великая Отечественная война, народ, любой народ, который не помнит, который не имеет памяти, он обречен. Я считаю, я этому уделяю максимальное внимание. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Одно з вядучых прадпрыемстваў нафтахімічнай галіны Беларусі, Гомельскі хімічны завод, сёння адзначае сваё 50-годзе. Прадпрыемства было створана ў снежні 1965 года і зараз з'яўляецца буйнейшым у краіне, дзе вырабляюцца мінеральныя ўдабрэнні з утрыманнем фосфару. Рашэнне аб будаўніцтве Гомелі тады яшчэ суперфасфатнага завода было прынята дзяржаўным камітэтам па хіміі пры Савеце міністраў СССР у 1960 годзе. Першы ўведзены ў эксплуатацыю вытворчасці стаў цэх сернай кіслаты. Праз тры гады прадпрыемства атрымала сучасную назву. Сёння Гомельскі хімзавод з'яўляецца пастаўшчыком прадукцыі Украіны СНД, Усходняй Еўропы і Балтыі. Толькі ў гэтым годзе на экспарт было адгружана ўдабрэнняў на 160 мільйонаў долараў, што з'яўляецца лепшым паказчыкам у гісторыі завода. Адметная рыса прадпрыемства і пастаянная мадернізацыя вытворчасці. У гэтым годзе, напрыклад, завершана рэканструкцыя цэха фосфорнай кіслаты. Гомельскі хімічны завод, які 50 гадоў таму пачынаўся ўсяго з аднаго цэха, сёння сучасная вытворчасць еўрапейскага ўзроўню. Прычым у адміністрацыі падкрэсліваюць, усе поспехі дасягнуты перш за ўсё дзякуючы высокаму прафесіяналізму і самаадданай працы спецыялістаў прадпрыемства. Нас было 60 чалавек, пра нас яшчэ сказалі, а они былі первымі. І получились такой выпуск, што именно почти все героі, можна сказаць. Прошли такие первое время, в противогазах приходилось работать. Мы выстояли трудные эти времена, потом на серу перешли, стало почище, лучше. Цех стал
так работать, что во всесоюзном соревновании первые места занимали. Информационно-пропагандистская группа Гомельского горвыконкама на чале с мэром Петром Кирышенком наведала Институт лесу Национальной академии наук. У склад вошли керовник администрации Центрального района Андрей Горбашов, представники отделу и службы у горвыконкама. Подробности визиту у наших корреспондентов. У гэтым памяшканні знаходзяцца самыя першыя даваенныя справаздачы Інстытута лесу Нацыянальнай акадэміі навук і ўнікальныя геаграфічныя карты гомельскай зямлі, якія захаваліся яшчэ з часоў Паскевічаў. З экспанатамі музеі на прамкамі дзейнасці навуковай установы азнаёміўся мэр Гомеля Пётр Кирычынка разам з інфармацыйна-прапагандыскай групай гарвыканкама. Дарэчы, ўнікальныя рэчы тут можна знайсці практычна на кожным паверсе будынка. Так, у адной з лабараторый калекцыя штамаў грыбоў, якая на сёння прызнана нацыянальным здабыткам Республики Беларусь. Представляете, мы в прошлом году, в этом году, в начале года, мы купили, приобрели полногеномный секвенатор. Это очень сложная машина, я сказал бы, очень суперсложная машина. Но мы ее освоили, и уже к июню мы провели полное геномное секвенирование грибофомы. Это впервые в мире это было сделано. Молодые специалисты установы в рамках проекта «100 идей для Беларуси» пропоновали организовать фитопатологичный центр. Идею подтримали. На ее реализацию выделили сродки. Гроши выдатковали на ремонт помешкания и на бытие обсталявания. И уже сегодня идея себе оправдала. За годы основания института подобных проектов было реализовано не мало. Подчас встречи с коллективом мэр города познакомился с некоторыми из них и обмерковал пытание взаимодействия. Наши каштаны, вот они очень здорово болеют сейчас. Это не сегодня случилось, но вот уже порядка 10, может быть, 15 лет, когда мы это имеем такую беду. Поэтому я думаю, что имея такой институт, мы, конечно, вправе рассчитывать, чтобы они нам подсказали и как с теми растениями, которые сегодня мы имеем, вести и правильно за ними ухаживать. Ну, может быть, подсказали на перспективу все-таки, какие, учитывая, что город растет, количество транспорта растет, экология не улучшается, какие растения, какие деревья, кустарники лучше использовать в городском хозяйстве, чтобы не только украсить город, но одновременно и экологически его очистить. Пётр Кирычынка дал станоўчую оценку працы коллективу, с яким сустрэўся одразу ж после знакомства с деятельностью института. На сустрэчы он проинформовал об социально-экономичном развитии Гомеля и выслухал, чем сегодня живут супрацовники установы. Ганна Ковалева, Алеся Рудзянкова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Чарговая телефонная размова жыхарамі рэгіёнаў па хвалючых іх пытаннях адбудзецца заўтра. Прадстаўнікі ўлады правядуць прамыя лініі. З 9 до 12 гадзін зварота грамадзян будзе прымаць старшыня Гомельскага абласнога выканаўчага камітэта Владзімір Андрэевіч Дворнік. Нумар телефона ў Гомелі 75 12 37. Паралельна прамую лінію правядзе старшыня Гомельскага гарадскога выканаўчага камітэта Пётр Алексеевіч Кирычынка. Званкоў жыхару абласнога цэнтра чакаюць па нумары 75 19 84. Як і заўсёды, па суботах прамыя лініі будуць арганізаваны таксама ў раённых адміністрацыях і райвыканкамах. Сёння за круглым сталом у Гомелі абмеркавалі указ прэзідэнта нумар 420 аб унесенні змяненняў і дапаўненняў у дырэктыву прэзідэнта Рэспублікі Беларусь нумар 1 і ўдзел прафсаюзаў у яе рэалізацыі. Ключавая асаблівасць новай рэдакцыі – прыняцце дадатковых мер па зніжэнні гібелі і траўміравання грамадзян на вытворчасці. Сёлета на Гомельшчыне адбылося 22 няшчасныя выпадкі са смяротным зыходам. У параўнанні з мінулым гэта амаль у два разы больш. Прычынамі здарэнняў, якія прывялі да гібелі людзей, сталі безадказнае стаўленне грамадзян да ўласнага жыцця, а таксама тое, што кіраўнікі арганізацыі не заўсёды прадастаўляюць здаровыя і бяспечныя ўмовы працы. Менавіта па гэтых напрамках будуць шукацца шляхі вырашэння праблемы. Дарэчы, сёння пры атрыманні вытворчай траўмы кампенсацыя прадугледжана Белдзяжстрахам і згодна з калектыўнымі дамовамі і пагадненнямі. Выплата можа скласці да 10 сярэднегадавых заробкаў. Асноўнае у нас в этом году несчастныя случаі произошлі в арганізацыях агропрамышленнага комплекса. И что больше всего нас настораживает, каждый третий погибший был в состоянии алкогольного опьянения. Сегодня назвали имены пераможцаў международного дитячего конкурса «Музыка надеи». Каля 120 юных музыкантов из Беларуси, России, Украины, Молдовы и Эстонии на этом тыдні змагаліся за звание лепшего. Выхаванцы школ мастацтва, у гимназии и колледжу демонстрировали свое майстерство у володанні духовыми и ударными инструментами.
Международный конкурс «Музыка надеи» аналогов не мая ни в краинах близкого, ни навод далекого замежа. Оценить таленты юных дарований, мотивовать их на достижение новых перемог, поднять музычное мастерство на новый международный уровень. Это только некоторые меты проведения конкурса. А кроме того, его лауреаты становятся стипендиатами специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талановитой молоди. А это, в свою чергу, дает право в будущем без экзаменов поступать в научную установу музычной накерованности. Сёлета годное звание лауреатов по выниках конкурсу отрымали и три представники Гомельщины, а два гран-при отправились в Минск и Гродинскую область. Я играю на инструменте флейта. Мне это очень нравится. Очень хороший инструмент. Было тяжело. Каждый день занимались. И мы заняли место, и я очень рада. 13-й раз собираются различные участники из многих стран мира на этот конкурс, но всегда они уезжают окрыленные, вдохновленные, и в душе у них вот эта вот музыка надежды живет с ожиданием приехать еще раз. И многие возвращаются, потому что возрастные категории позволяют им вернуться и снова поучаствовать в этом замечательном конкурсе. Музей хоккейного клуба «Гомель» пополнился новым экспонатом. Хоккейный свитер сборной Беларуси подаровал старшиня Белорусской федерации этого виду спорту Игорь Рожковский. У «Гомеля» отбылось выездное посяжение выконкома организации. На свитере нема ни номера, ни прозвища гульца. И каштовности он покуль амаль не представляет. Однако по задумце, хутка он станет уникальным экспонатом. И те хоккеисты, которые воспитаны были в этом великолепном здании, значит, они будут иметь право и даже свою почетную обязанность здесь оставить свой автограф. И вот эта майка, она будет как бы символ того, что как результат то, что работает здесь эта школа хоккея. У федерации упэўнены, что первая подпись на свитеры может заявиться уже у самый ближайший час. Так само гоноровые грамоты за укладу развитию хоккея отримали старшиня областной федерации Виталь Уткин и старшиня координационного совета хоккейного клуба «Гомель» Сергей Сосновский. Посяджение выконкома федерации плановое. Одиное отрознение. Упершиню оно проводится не у Минску. «Гомель» выбрали не выпадково. У нашем регионе надается великая увага развитию хоккея и у першую чергу дитячего. Эффективное взаимодействие улады, клуба и спонсоров – главная умова поспеху. Гомель, он действительно на сегодняшний день стал одним из самых мощных центров развития хоккея в Республике Беларусь. И федерация тоже будет подключаться и помогать, чтобы этот центр развивался дальше в несколько даже более расширенном формате. Пригласить сюда коллег со всей Беларуси, которые приезжают на исполком, чтобы в Гомеле ознакомиться с инфраструктурой и показать всем, как правильно надо выстраивать отношения. Первое – губернатор. Второе, школы, клуб, люди, которые оказывают помощь клубу. Максим Савин, Сергей Нигеревич, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». Новини регіону, інформацію о проектах телерадіокомпанії «Гомель» ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті по адресі www.tvrgomel.by. На цьому випуск завершений. У студії працювала Маргарита Шубукова. Усього доброго і до зустрічі у ефірі.